Обстрелы со стороны украинских силовиков продолжаются в Луганской Народной Республике. Об этом телеканалу НТС рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. Перестрелки продолжаются и после соглашения о перемирии. Огонь ведется вблизи жилых домов и социальных учреждений, отметил он. Можете себе представить, какая на сегодняшний день там обстановка. У нас обстреливается Калиново, у нас поселок Донецкий, по донецкому направлению Зайцево, Маринка. Это каждый день ежедневный. Хотя киевская хунта кричит о том, что там разведение войск. Убрали тяжелое вооружение. Все это, я еще раз говорю, ложь и провокация. По словам Виталия Киселева, Севастополь и Луганская Народная Республика поддерживают связи. С Крыма и Севастополя огромное количество добровольцев было и приходили на Донбасс непосредственно нам помогать. Я очень этому благодарен. Я знаю многих этих ребят, поэтому мне очень приятно, потому что мы здесь с ними встречаемся, обсуждаем ряд вопросов. Как реализуется сотрудничество нашего города и Луганской Народной Республики? С какими проблемами могут столкнуться жители полуострова при пересечении границы с Украиной? И когда Донбасс вернется к нормальной жизни? Подробная беседа с помощником министра внутренних дел ЛНР Виталием Киселевым в программе «Актуальное интервью».